Дело в том, что я, например, на своем опыте не помню такого раздрая мнений относительно этой катастрофы между производителями, эксплуатантами и обществом, пассажирами. Не помню такого, чтобы вот такой демонстративный пассажир отказывается летать. Потому что не может быть, чтобы не может по определению быть сказать, что самолет великолепный, ни одного замечания и так далее, аэропорт великолепный, все пожарники, все великолепно, все государственные органы, все красавцы, все нормально, а вот экипаж, да. То есть нужно государственную комиссию показать свое лицо, потому что я говорил в своем выступлении, что даже Папа Римский не имеет права менять те правила, которые установлены международной организацией, что надо расследовать при любой катастрофе. Вот. И вот это обстоятельство, оно бы очень сильно помогло бы изменить отношения. Но, предположим, не обязательно останавливать этот самолет, как это вот было и Ил-18, который сам свидетель этому, помните, там и пожары на двигателях были, там 4 двигателя, правда, но были такие вот вещи. Вот эта вся сумма действий, которая должна со стороны государственной комиссии, она должна быть подана вся, не только об экипаже. У меня тоже подозрение, что все будет на экипаж. Это промежуточный доклад. И еще одно обстоятельство очень важное. Вот дай бог, чтобы дошло это до председателя комиссии. Все вот эти принципиальные вещи должны объявляться председателем государственной комиссии. Почему это доверяет МАКу? А под шумок МАКа там работники МАКа какую-то галиматью лепят, а их... Ну ладно, чего он до Володи докопались? Его подставили, очевидно. Но он же, не... он же умница, Кофман. Умница, я к нему с большим уважением. Да нет, ну это какая-то... Ну показано так, что он ляпнул, оказывается, он не говорил ничего. Да, конечно. Понимаешь? А он не... и член комиссии он. Да, так нет, вот... Поэтому кто угодно, это беспорядок. Попробуй хоть одного примера приведите кто-то, может быть, я ошибаюсь, чтобы НТСБИ доверил кому-то докладывать какие-то промежуточные итоги. Конечно. Председатель комиссии докладывает, только председатель, вот авторитет. И если завтра выступит или сегодня председатель, это одно дело. Если выступит МАК, сразу вопрос, МАК. Как ты попал в эту комиссию? Ты же сертифицировал этот самолет, и это просто массовое недоверие опять будет только увеличиваться, как тесто на дрожжах. Эта ошибка будет колоссальная. И это очень плохо для самолета. Для Суперджета плохо. А вот если укажут, что у Суперджета надо доработать то-то, 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 не останавливай его. Но дать указания авиакомпаниям, которые эксплуатируют, обратить внимание на те-то системы, тренировку экипажа, те-то, вот как говорит, да. Перенести на тренажер, подключить туда летчиков-испытателей, чтобы они составили программы вот подобных вещей, да. И так далее. Это все элементарно делается вообще-то и в силах. Вот эти меры, они бы успокоили общественное мнение бы и дали бы возможность дышать дальше этому самолету. Если все будет продолжаться, как по сегодняшний день, кому не лень, там предположения свои высказывает, МАК там впереди всех, председатель комиссии молчит государственной, вот, все будет только усугубляться и усугубляться не в пользу Суперджета-100.